туре в Карелию мечтают многие, и туристическая компания «Моя Россия» исполняет вашу мечту. Организованной группой мы отправляемся из Саратова прямо в Петрозаводск. Наш тур мы начинаем с осмотра основных достопримечательностей города. Набережные на Онежском озере, дерево желаний, музей, дом куклы, парки и скверы. До музея-заповедника Кижи нас доставят быстроходные метеоры. Во время полуторачасового озерного путешествия вы сможете насладиться прекрасными пейзажами русского севера. На территории музея-заповедника Кижи расположено более 80 памятников деревянного зодчества. Самым известным памятником является многоглавая церковь Преображения. Она была построена в начале 17 века и достигает высоту 37 метров, почти 11-этажный дом. Не менее интересны и другие постройки из исторических деревень Заонежья. Часовни, мельницы, амбары, риги и вишала. Все это создает атмосферу быта прошедших веков и сохраняет дух северной деревни. На острове вы также сможете познакомиться с традиционными ремеслами карелов. Услышать волшебный колокольный звон. В один из следующих дней тура нас ждет Ладожское озеро. Мы отправляемся на остров Валаам и осматриваем горный парк Рускеала, также на метеоре. Валаам – это центр духовной жизни России. Главная достопримечательность острова – архитектурный ансамбль Спасо-Преображенского монастыря. Но не только по религиозным причинам приезжают сюда туристы. Здесь завораживает и природа. Горный парк Рускеала – это красочные рельефные мраморные карьеры. Во времена Екатерины II началось активное освоение рускеальского мрамора. Многие архитектурные строения Санкт-Петербурга изготовлены именно из него. Самое грандиозное здание из этого камня – Исаакиевский собор. Жемчужина горного парка – мраморная долина. Это целая система горных шахт и штолен. Следующей точкой нашего маршрута является природный заповедник Кивач, а по пути к нему мы посетим первый российский курорт Марциальные воды. Увидим уникальную карельскую березу. И один из самых мощных равнинных водопадов Европы – Кивач. Побывайте в одном из самых красивых уголков России – в Карелии вместе с туристической компанией «Моя Россия».